Не, ну это прям передача на ночь глядя. Привет, ребята, опята. Меня по-прежнему зовут Дарья. И как вы заметили, я сейчас записываю это видео не стоя, потому что я не смогу настроить нормально фокус на старой камере. Вы спросите, почему на старой камере? У тебя же была Canon. Да, была, но я ее разбила. Да, действительно, новость грустная, печальная, но она поправимая. Но обо всей этой ужасной ситуации я вам расскажу в конце видео. А сейчас приступим к новым моментам жизни. Но эти моменты жизни я решила объединить в какую-то тематику. Я поняла, что мне много снятого материала зимой. И поэтому сегодня у нас, хотя уже скоро лето, выходит «Моменты жизни» зимний выпуск. Моменты жизни. Распустилась. Но у тебя все коряво. Да, распустилась. Кстати, а где эта штука? А у нее есть режим? Там нет! Она записывает или не записывает? У нее нет режима. Мы же неправильно сделали. Почему? Вот это последнее, которое осталось, идет сюда. Проблема, уже проблема. Когда я была мелкой, это не казалось проблемой. Какая убогая. Ты убогий, я же молчу. Все, Дима нужно было остаться, нам надо было просто кидануть. Аккуратно, с елкой не такая промышленная, держим. Она и так по себе не очень. Ты тоже не очень, я же молчу. Давай. Нелли, тебя нету рядом. Позируй. Но я повешу за тебя. Вот. Ярослав, никакой свет не включай. Хватит мне снимать, я не накрашена, я. Ты никуда это не выложишь. Она опять это выложит. Отстань от меня, да сколько можно. Да сколько можно уже, блин, этого. Это папарацци кругом. Уже 10, реально. Ну все, Ангелина, я убрала. Не убрала. Моменты жизни. Во сне бесконечная весна. Весна мне не выйти никогда. Альбина, твои ощущения, давай. Нормально. Блин, а тут вообще нас снимает. Умница, молодец. Солнце, давай, иди спокойно. И ты вот, она медленно, шай. Вот и мы дубль над этим, да. На то, чтобы тебя снять, мне не хватит ста. С лицом? Как ты хочешь. Не, ты что творишь? Давай, залезай. Белочка. Типа, я не знаю, как это сделать красиво. Белочка, наружка, давай. Смотри, старается. Да, сначала ты посмотришь, типа этот в камеру, и так убежишь, может даже поправишь шапку, типа, и как-то так отдаленно посмотришь и убежишь. Типа, очень равнодушно. Равнодушно, потому что ты не умеешь. Вот это сильно не вообще. Давай, все, работаем. Ты живая? Давай ты с этого ракурса оставь. Я ничего не буду делать, давай снимай. А ветка-то одна. Ох, нелегкая жизнь видеографа Ральна. Так, твои ощущения, что там была лестница, а мы идем по сугробам. Ральна! Мы не ищем мягкий путь, это так, дубль два. Эти глаза не ловят. Слушай, ты еще руки так положила, зачем? Моменты жизни. Пойдемте работать, да. Не, я не хочу попробовать. Ай, да, не хочешь. Ваня, давайте, наша непостоянная рубрика «Авульская жизнь». Саша, давай, научи наших подписчиков правильно колоть дрова. Вот так вот, да. Собачка. Да, сюда. Да. Пошли работать. Опа. Саша, я сюда приехала отдыхать. Отдыхать, иди работать. Та-да! Моменты жизни. Птичка! Ай! Автограф. Бумага. Ну да, бумага. Что я пишу на бумаге? Письмо любовное. Авиапочта? А, это видео. Да, это видео. Это что за покемон?
Ро, ро, Робин, Бобин, Бара, Робин, Бобин, Робин, Бобин, скушал 40 чила, Робин, Бобин, Робин, у меня живот, да, Робин, Бобин, Робин, Бобин. Робин, Бобин, Бара, бабушкинский стиль. Вот это нормальная вещь, да. Угу. Нормально. Дальше, вот это вот, Даша, вот тебе честно, да, вот это вот. Вот все вот это для бабулек. Для тебя. Плюс 80, где-то так. Ну вот честно скажу, ткань не очень, вообще не очень, не зашла. Нет. Сейчас ты выйдешь. А оно все не, зашло. Не зашла. Вообще абсолютно не зашла. Вот это зашло, да. И это зашло, да. Покажешь зрителям? Увидят потом. Молодец. Да. Какой твой итог? Ну, такое. Аккуратно. Обалдел, что ли? Ну, такое. Ну, ладно. Можно на Fashion Week. И сходить. Mercedes, там, Benz. Ага. Fashion Week. Style. Moscow. Moscow. Never sleep. Красота моя скоро у нас будет. Что? Ой, промо? Петербург будет скоро, вот что будет. Пошли покушаем бич-пакет. Нет, с салом. Я не хочу. Я хочу. Ебать ты. У меня вкусы специфичны. Вот на этом все сегодня по моментам жизни. Как же я все-таки развила камеру-то, вы спросите. Ну а как это произошло? Все на самом деле очень просто. Она мне всегда хранилась в рюкзаке, и в этот прекрасный злосчастный день у меня рюкзак выскользнул на асфальт. Это ужасно, я ищу сейчас ремонтные службы, которые мне починят, потому что это не гарантийный случай. С одной ремонтной службой мы как-то не состыковались, потому что они мне нашли запчасти. Понимаю, что ремонт будет, ну, относительно дорогой. Поэтому, если вы хотите поддержать меня, я ни в коем случае никого не заставляю. Вы можете мне помочь копеечкой в ремонте. Ссылки все, как это сделать, в описании. А вот тут на экране появились люди, которые уже помогли мне с ремонтом. На самом деле смешанные чувства почему-то от этого выпуска, и грустно, и радостно одновременно. Ну и по традиции пиши в комментариях, какой момент тебе понравился больше всего. Меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся.